По спортивным объектам всего мы будем сдавать 7 ФОКов и 23 плоскостных спортивных сооружения. Считаю, что это направление правильное, и при школах физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, они очень важны для нас. Мы открываем ледовый дворец. Были уже разговоры по Академии настольного тенниса. Ну, в общем, много участков, и мы с мэром города Русланом Николаевичем будем предлагать те вопросы, где можно войти в наш проект и сделать это для всех, и в том числе для детей, доступно.